Когда задумываешься о производстве новой лодки, первый вопрос, который встает, как максимально попасть в ожидания тех, кто будет ее эксплуатировать. Безопасность, скорость и удобство – это базовые требования. Но у нас есть что к этому добавить. Еще больше мореходности, еще больше комфорта и еще больше внимания к мелочам. Встречайте, новая LumaFish 5.1 XL. Мы начнем наш обзор с демонстрации скоростных характеристик. У нас стоит 115-я Honda с винтом 21-го шага. Мы стоим по течению реки, у нас нет ветра. И сейчас мы разгоним катер до максимальной скорости. После этого сбросим обороты до 4500, чтобы показать его крейсер. И сделаем все то же самое против течения. Поехали! На глиссер мы выходим практически мгновенно. Я даже не почувствовал этого момента, как мы вышли. Теперь начинаем отжимать трим. 70. Максимальную скорость по течению 76 километров в час. 115-я Honda, винт 21 шаг. Сбрасываем обороты до 4500 и смотрим на крейсер. Порядка 57-58 километров в час по течению. И сейчас делаем все то же самое, но против течения. Поехали! Так, начинаем отжимать трим. 70. Идем против течения, немного на ветер. Порядка 6000 оборотов. Трим в третьей четверти 72,3, 72,5, 72,7. Катер идет устойчиво, не дельфинирует. Сейчас мы сбрасываем обороты до... Сбрасываем обороты до 4500 для того, чтобы посмотреть крейсерскую скорость. Порядка 56 км в час – это против течения. 55-56. Сейчас я попытаюсь сделать разворот на скорости близко к максимальной с минимальным радиусом. Смотрите. Я попытаюсь развернуть катер с минимальным радиусом на скорости близко к 70.
разгоняемся. 66, 67, 68, 69, где-то так. Два. Я прижимаю полностью трим. 70 и разворот. Обзор компоновки катера Alumafish 5.1 XL я хотел бы начать с его особенности. Это наличие большой фиш-платформы, которая трансформируется в диван. Откидываем спинки. Очень много места. До переднего пассажира я не то что не могу коленями достать, я даже не могу достать ногами. И также легко это трансформируется обратно в фиш-платформу. В задней части катера расположен большой аэратор. Объем аэратора порядка 180 литров. Два вместительных рундука на корме. Один из них используем под стартовый аккумулятор, второй под разные вещи. По левому и по правому борту катера мы сделали рундуки по спиннинге. Максимальная длина спиннинга, которую можно туда разместить, 2,7 метра. Оба рундука имеют замок под ключ для безопасности. Здесь у нас расположен фиксатор, для того, чтобы не нужно было держать крышку, когда мы достаем спиннинг. И подставка под непосредственно сам спиннинг. Вот у нас спиннинг 2,7 метра. Водительское и пассажирские кресла оборудованы стойкой с расширением на конце, для того, чтобы убирать любые люфты на ходу, поворотным механизмом, а также слайдером, для того, чтобы максимально комфортно разместиться за рулем. Водительское место. Здесь у нас много пространства для ног, для коленей. Большой пост. Выполнен из ABS пластика толщиной 5 мм и очень прочно установлен на алюминиевую раму. Пластик устойчив к механическим повреждениям и разного рода царапинам. Здесь мы можем установить приборы размером до 16 дюймов. Справа от водителя есть три ниши под разные мелкие вещи, под ключи, под телефон, под что-то еще. И также есть подстаканник. На пассажирской консоли у нас есть ручка, за которую удобно держаться. Также есть подстаканник и большой бардачок размером с консоль. Также на эту консоль при желании можно установить прибор. Также до 16 дюймов. Традиционно, как и на всех катерах серии Alumafish, мы устанавливаем каленое стекло в алюминиевой раме. Стекло достаточно высокое и надежно защищает пассажира и водителя от набегающего потока и брызг. Под обоими постами есть две очень вместительные полки. Традиционно между постами расположен аккумуляторный ящик под два тяговых аккумулятора, проводка к которым уже проложена к носу. Теперь носовая палуба. Носовая палуба у нас самоотливная.
Здесь есть большой рундук с двумя горловинами. Рундуки оборудованы комминсами и поэтому являются сухими. Все внутреннее пространство рундуков отделано ковролином. Здесь у нас есть еще один рундук, который может быть использован как дополнительный аэратор. Еще немного информации о Alumafish 5.1 XL. Катер заполнен двухкомпонентной пеной, что делает его непотопляемым. Окрашенный борт. Все внутренние поверхности отделаны итальянским ковролином и винилом. Вся фурнитура, замки и петли выполнены из нержавеющей стали. Но есть еще кое-что, что мы решили добавить в базовую комплектацию. Это аэратор, 4 складных утки, 2 подстаканника, дворник и подсветка кокпита. Записывайтесь на мотоздрайв.